Белорусы, земляки, белорусское землячество Санкт-Петербурга собирается в 191 раз подряд для того, чтобы поддержать вас. Сегодня мы собрались возле дома, где жил Корней Иванович Чуковский. Стихотворение его знает каждый ребенок и каждый взрослый. Учите детей хорошему. Берегите себя. Сегодня мы прочтем отрывок из одного из стихотворений. Таракан, таракан, таракашечка, жидконогая козявочка-букашечка. И не стыдно вам, не обидно вам, вы зубастые, вы клыкастые, а малявочки поклонились, а козявочки покорились. Испугались бегемоты, зашептали, что ты, что ты, уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо. Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг да прыг, да чик-чирик, чик-чирик да чик-чирик. Взял и клюнул таракана, вот и нету великана. По делам великану досталось, и усов от него не осталось. Живе Беларусь! Живе!